Мистер Пуки проснулся. Пуки, Пуки-Пуки. Опа. Пула. Пула. А, ты рэпа хочешь послушать? Я тебе зачитаю. О, опять плющинка. О, бля, это я Рычинского тебе зачитал. Свой, это рэп. Нормальный рэп. Пошли, бегом. Вот дорога, блядь, сейчас мы найдем машину. Брат, только живи, только я тебя умоляю. Бля, опять хуй пердеть. Когда хочешь пердеть, всегда видео включает. О, заебись, ты утонул, чел. Охуеть, брат, как у тебя? Побежали. Ребята, запишите домой. И на тяг, зона, брат, садись. Поехали. Да. Чё ты смотришь, я тебе никогда не забываю. От этого ублюдка, сука, прекратите. Сука, тварь, где эта тварь живет, блядь? Пердун, сука. Евгений Плющенко, придурок, что обезьяна, сука. Российский фигурист Плющенко. В браке с... Это... Да. Вот это вот придурок, что пердит вот это вот. Плющенко. Евгений Плющенко. 82-го года рождения. Прикинь. То есть, ну, дядя, блядь. Да. Так, блядь, фигурист такой, у него прям медали столько. Этот ёбнутый пердит, блядь, теперь в ТикТоке. Чемпион на России, Европе. Ну, везде чемпион пердит теперь, блядь. Ха. Да. Пиздец. 40 лет человеку, он пердит микрофон, блядь. В телефон, точнее. Припев ему понравился. Блядь, я тебе никогда не забываю, блядь. Вот этот долбоёб, походу, его не позвали на фигурное катание куда-то, и он начал срать. Просто ужас, блядь.